закрываем. А мы сегодня ничего не открываем. Потому что сегодня у нас что? Челлендж. Тик-так челлендж. В чем заключается суть нашей игры? У нас есть разные тик-так. Мятный, клубничный и вот такие миньончики, да? Банановые. Я не рассказываю. Какой ты больше всего любишь тик-так? Клубничный? А я люблю вот этот желтенький, банановый новый. Что мы с тобой будем делать? Видишь, у нас по два наименования каждого тик-така. Мы высыпаем в емкость, трубочкой мы берем желтенький тик-так, который миньончики у нас, да, и перетаскиваем в отдельную посуду. За 2 минуты, кто больше соберет желтеньких миньончиков, тот и выиграет. Ты готова? Ну что, поможешь высыпать мне тик-так? Какую ты выбираешь трубочку? Красную. Красную. Держи. Спасибо. Так, я возьму тогда фиолетовую. Подожди, перемешаем. Давай. Ты готова? Давай. Раз, два, три. Время пошло. Давай? Мои начала. Давай сначала с моих, да, пересыпем пока сюда. Итак, считаем вместе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Итак, я насобирала 18 миньончиков. Убираем. Теперь считаем твои. Давай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Давай. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Арина, кто победил? Ты победила, давай 5. Арина насобирала больше всех миньончиков. Ну такая интересная, да, игра? Понравился тебе такой челлендж? Мне тоже понравился. Сегодня я выиграла. Попробуйте сделать этот челлендж. Всем пока-пока! Подписывайся на мой канал и ставь!
поставить лайк!